Я считаю, что необходимо привести многих в чувство. Уберите с улиц вот эту нечисть, которая там сидит. У вас в районах куча наркоманов, которые собираются в отдельных местах, в районах. Личную ответственность будете нести за всех. Люди, которые, граждане наши, проживающие в нашей стране, не должны эту нечисть видеть вообще на улице где-либо. Не слышать их вообще голоса не должны слышать. Я понимаю, это больные люди. Каждый из них почти инвалид. Но молодые ребята, поверьте мне, в камеру 15 суток на сухую, услышав, что зашла хоть какое-то количество таких наркоты, поверьте мне, будет получать наказание. Под личным контролем моим будет происходить все это мероприятие. Под личным контролем. Постоянно. Обратно говорю. Летний курортный сезон должен пройти великолепно. Будете умирать, но будете находиться на своих местах. Где-то. Кому не нравится, можете поменять заранее место своей дислокации. Но все будут задействованы именно в этом направлении. Все. Особенно будем помогать тем районам, где необходима это будет помощь. Всем должны мы помочь. Все должны заниматься одной задачей. На сегодняшний день в полном взаимодействии с ОУРом почистить все свои районы. Почистить всех тех, кто сегодня может пойти на преступление. Они должны сидеть в тюрьме, так как они преступники. Начните чистить. Воспитывайте общество. И не должно быть так у нас. Тенгиз, попадая в ВВС, человек чувствует, чтобы чувствовал себя комфортно. Так не должно быть. Если он наркоман, его должно распирать, чтобы он больше никогда не мечтал даже попасть в эти стены, понимаешь?